Всем привет! Заждались? Мы продолжаем сказ о том, как команда Герасим Шерп на край земли ходила. В этой серии, как обычно, вас ждут смех и слезы наших путешественников. Мы положили на бок Шерпа, были смыты приливом, спускались по ручьям в море, да и вообще были там, где волки сами знаете, что боятся делать. Хотите с нами? Хотите в команду? Подробности на сайте gerasimsherp.ru. Добро пожаловать! Смотрим! Там такую громкость на этой турбопечке, банка лопнула. Да ладно? Да. Бух, 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 бух. Я его нашел. Череп саблезубый белый. На суп. Лен, это тебе. Свари суп ребятам. Все, ребята, мы перекусили и направляемся дальше на север. Шойна ждет нас. Ну, шойна, не знаю, сегодня будем мы в шойне, нет. Ну, хорошо было. Но точно вам могу сказать, что ни один гусь от нашей жизнедеятельности не пострадал пока. Наш охотник отказывается его ловить. Вот. Собаку пробовали подкидывать, не можем высоко кидать. Поэтому пока мы едим колбасу. Ой, и тут наши подписчики на гуся приехали. Опа! Здорово! Едем чуть-чуть. Хорошо, давайте. Ну что, с полем уже, да? Молодцы. Здорово. Ну, Гера. Сергей. Герасим. Который, я все равно не запомню, что там. Который муму топил, да, честно скажу, да, не запомню. Ну тут 4 сани. Уже легче. И Максим с Гошей. Уже легче. Ну что, как аппараты? Перетекает. Да нормально идем, никуда не торопимся. Нормально, что 4. На моторы клейте сразу, плюс 10 к лошадиной силы. Да, кстати, где-то я видел такие наклейки. А, вырос, то такой же куплю. Давайте, парни, удачи вам. Все, давайте. Давайте.
Миша! Здравствуйте. Здравствуйте. Откуда это вы так едете? Из Ковы, парни. Из Мизени. Из Мизени? Да. А чё ж повыше-то туда не забрались? А так же неинтересно будет. Понятно. Экстрим, да? Ясно. Конечно, и так все легко и просто. Понятно. Ребята, мы вот добрались до Чижи, переплыли ее, и нас пришли спасать уже, говорят, елки-палки, кого это вынесло в море-то? А, в общем, круги спасательные, вот баклажку Мишке приготовили закинуть, чтобы он выплыл. Ребята с Чижи, давайте знакомиться. Да, это командир части. Командир части, вот да. Так вот. Ну, еще раз тогда. Дима. Гера. Граница на замке, ребят, не переживайте. Это точно. Да. Все, ребята. Ребята, всего хорошего. Чижи, помашем давайте рукой. Всего вам хорошего. До свидания. До свидания. До свидания. Растительное масло, да? Да. Для подберезовиков. Давайте, ребята. Счастливо. Всего хорошего. Колоссально, да, Мишань? Не хочешь туда под шапочку залезть покопать? Гляньте, какой интересный камень. Остатки древних цивилизаций. Судя по форме, скорее всего, это окаменелость летающей тарелки. Что только не увидишь на кране в севере. Точнее, не на кране, просто на севере. Смотрите, что я нашел. Трактор мой будет. Прибоем схватила его. О, какой красавчик. Трактор мой уже. Мой уже трактор. Мужик, слей соляры и поим на нем. Это мой. На обратном пути заберу его. Ребят, напишите в комментариях, что за трактор, кто узнает. А вот такой фрикцион. А ты говорил мне запчасти. Давай фрикционы снимем. Это здесь тракторная потопилка. Еще один утоп. Так они не могут выбраться с прилива. Всего застревает.
решаем, ребят, куда нам идти сейчас и до чего дойти. До Шойны 83, да? Да, по прямой. По прямой. Соответственно, мы до нее не доедем. Мы до нее вряд ли. Сегодня вряд ли, да, и вряд смысла ли. Нету. Вряд ли. Поэтому я бы предложил следующую историю. Пойти все-таки на Каменку, посмотреть, что там такое происходит. Если сильно понравится, то остаться. То остаться. Так, народ, дорога подбрасывает нам сюрпризы в виде вот таких вот артефактов, чей-то нож. Море быстро съедает металл, поэтому его вполне могли здесь забыть, ну, в прошлом году, например. Положим его на место, и он обретет своего нового хозяина. Или старого. Посоветовал Олегу, говорит, иди правее чуть-чуть, там, говорит, кустики, и нормально спустишься. Олег чуть не кувырнулся. Рычаги отпусти, а тут пока... Зачем правее, там такой резкий этот спуск? Thank you.
Вот такое озеро, ребята. Попробуем порыбачить. Сейчас поставим здесь баню и будем отдыхать. Точно будем. Разгрузили палатки. Сейчас будем ставить. Обратите внимание, урожай 2019 осени 2019 года. Да, надо сказать, неплохая коллекция. Вес, размер, форма. Все соответствует стандартам. Есть так. Ну что, ребята, ставим наш банный комплекс, который состоит из палаток Lotus. Ставится вся эта конструкция легко и просто. Легкими движениями рук и ног. Брюки превращаются. Опа. Палатку. Достаточно легко и просто. А умеючи еще и быстро. Всякие криворукие пассажиры, которые умудряются, собирая ее, сломать еще, не в счет. О, все, отлично. Этот переход мы соединим переходом. И все, вот у нас каюта, которую мы сейчас растянем на колышках. И баня. Все, дальше рутина. Так, идет жесткая накачка водой. Бочки и расходного котла парового. Работает насосная станция. Да. 5 кубов в час. О, в минуту, простите. Ну-ка покажи 5 кубов-то. Ого! Мощно, мощно. Ладно, принесу еще пару ведер, да? Да, 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 и хорош. 200 литров, блин, помыться 10 человеком. Если что, наберут, вот кому не хватит. У нас дров столько нет, воды перегреть. Сколько туда? В этот 12 литров. Угу. Ребята, мы тут не просто вам баню собрали сделать. У нас вот что. Узбекский мант. Баня. Там еще слой. Представляете, это мантушницу специально везли ради такого момента. А тут у нас венички запариваются. Так, о, разожгли костер. Грызет. Вот, ребята, вот эти вкусные пельмени большие, которые на пару готовятся вот так вот. То, что вы сейчас скажете, раньше в походы не брали с собой баню. Я еще первый раз вижу, мантоварку брали с собой в поход. Поприличней, поприличней. Вот так вот, ребят, мы находимся где-то на середине Канина уже. И, короче, едим манты. Вот так, не какие-то вам консервированные. Шерп позволяет. Макс. Да. А если Макс, то там вообще можно сразу не только манты, еще и этот хамам сделать с собой еще. Вот мант ни у кого еще не было на Канином носу. Ни у кого. Это я могу 100% говорить. Пусть колесная техника туда ходила, фиг с ним. Туда кто угодно может ходить. Но мант ни у кого не было. 100-500%. Так что мы действующие чемпионы. По комфортному времяпровождению. В диких условиях. Ой-ой-ой, шпалу туда что ли Мишка засунул? Крязопную. Все, ребята, я пошел в парилку. А идем мы в баню.
Ну, нас, ребят, в баню. У нас сейчас будет комплекс мероприятий, направленных на улучшение нашего гигиенического состояния организма, ну и, соответственно, духа. Дух и тело. Вообще дух и тело конвергентный. Все самое интересное будет происходить вот за этой перегородкой. Так что... Там за этой перегородкой там ад. Ребята, уже ради этого сюда стоило приехать. О, народ, это капец здесь, что творится-то? Я думаю, градусов 100, наверное. О-о-о-о-о! Дима, блин, тебе тоже ведро надо. Во, вот так стой. 18 плюс кадры идут. Хорошо? Вот это мы на Канином, да? Зажигаем. Команда Герасим Шерп может себе такое позволить. Сначала мантов пожрать, приготовив их на мантоварнице. Пожрать. Я жрал, честно скажу. А потом попариться хорошенечко. О, кайф. Батя, кайф. Кайф. Печка, кайф. Кайф. Шерп, кайф. Поясни, Дима, печка, кайф. Речка, кайф. Речку мы сейчас все пробуем. Ура, Лена рыбу поймала. Первую свою рыбу, да? Молодец! Вот это тебе фартануло сегодня! Молодчина! Вот это ты добытчица, нас накормишь теперь, да? Манты с рыбами, с окунями. Знаешь, как зовут ее? Окунь зовут. Да ты что? Да, окуня поймала. А он кусается? Давай сниму. Я думала, там водоросли. Ну ты зверюга, на, в карман его клади. Клади в карман. Не, он шевелится, я боюсь. А, он шевелится. Лена, иди лови дальше. Иди, клев идет сейчас. Десяток уха будет завтра. Так вот, ребят, пока мы паримся, идет добыча промысловая. Фух. Мы не паримся, короче, да? У нас еда ловится, баня топится, все хорошо. Берите с собой жен в поход, обязательно. Это так удобно, доказано Димой. Рыба. Это практично. Да. Практично. И манты сготовили, и рыбу поймали. Вот. А мы паримся и не паримся. Еще и ночью без вибаста спят. Да. Как нам было-то? Еле-еле вышли из бани. Хорошо-то как, ребята, нам было-то. Ощущение такое, что вот ты паришься где-то в сандунах там. Короче. А потом на навигатор глядь. А до тебя даже и вертолет не долетит с анрейсом. Так что с давлением аккуратней, надо аккуратней. Да, надо пойти. Ой, как хорошо-то. Согласитесь, баня в таких местах – это что-то с чем-то. Где же шерп на боку? Где вас приливом смыло? Будет, ребята, будет. Смотрите следующий день, там столько вкусного. Хотелось бы вам напомнить, что мы всегда доступны для тест-драйва вездеходов шерп. Чтобы стать членом нашей дружной команды, надо всего лишь купить вездеход «Шерп» с нами и иметь желание путешествовать в кругу единомышленников. Подробности на gerasimsherp.ru. Приятного просмотра! Спасибо Бане. Она буквально привела нас в чувство еще недели на, наверное, на две. А потом мы еще раз баню поставим. Шучу. Баню мы поставим дня через три. На какой-нибудь живописной речке. Доброе утро. Доброе утро. Вот, все улыбаются, всем хорошо. Ребятки, утро доброе, смотрите, у нас все проснулись. Живые медведи из карликовых берез. Давай, доброе утро, страна. Да. Доброе утро. We'll be right back.
процесс очистки печи. Кстати, в ней-то почти ничего и нету. Смартфончик достанем, золу-то вытряхнем, вот так вот рыбкам. Раз. Идут сборы лагеря, позавтракали все. Печку я уже собрал. Сейчас соберу палатки быстренько. Вот, загрузка. Мантоварка главное место занимает. Да. Зато вкусно. Вот моя загрузка. Здесь, наверное, килограмм 200. Ну и здесь он. Рундук забит еще. Всяким-бяким. Ну и на крыше едет там. Тоже вон. Два ящика. И палатки все. Килограмм 35, наверное, палатки весят. Две штуки. Побольше, наверное, даже чуть-чуть. Как-то так. Нас увидел гидроплан, он, смотри. Подсядет, думаешь? Ветра не хватит ему. Гидроплан прилетел. Денник, ты вот воду пьешь, напиться не можешь. А у нас гусь соленый пропал. Не знаешь, где он? Вода вкусная, говоришь, да? Остановиться не могу, пью воду. Стирка, ребят. Холодная вода в гермомешок. И на крышу вездехода привяжу до вечера, пока прокатится. Все простирается, потом прополоскал. И все. Стиральная машина. Нежная. Как перышко. Может, полезная. В принципе, лагерь снимается достаточно быстро. На палатке уходит минут 10. Ежели умеючи. Ничего себе, 9 ампер. Неплохо берет. Неплохо. Зарядка девольтовская жрет. Молотобоец Герасим Шерп. Зацепилась! Теперь оно у нее распухнет и будет болеть. Ёлки-палки. О, зашла. Где-то там сиги плавают, ребят. Смотрим, как нам проехать. Сколько тут? 12,5 получается. Так как нету выхода в море, река Волосово. Вот здесь где-то в ручье спустимся в нее, попробуем. И выйдем, сплавимся в море по берегу и пойдем уже до Шойны. Да. Пульнем. Ребят, долго ли, коротко ли мы к обеду выехали? Прямо вот последние штрихи картины. Вон Мишка уже завелся. Сейчас соберет мусор, салфетки эти масляные, и поедем. Все едут раздетые, один я одеваюсь, мне холодно. Я еще печку включаю по дороге. А им жарко. Стартуйте, Герасим. Одолеваем, превознемогаем. Хорошо, идем.
Мне кажется, левее надо рулить, вот это озерцо объехать. Там вот второе должно быть. Не, Олег, тут прямо вот здесь вот есть, переплывем на тот берег. Ну давай. Вот это кошмар квадроциклиста. Эти заросли. Их не надо, давай лучше озером, блин. По озеру переплывайте, да. Я сейчас выйду. Олег, я сзади, аккуратно, сейчас я отъеду. Дима, ты сзади? Миш, я отъехал метров на 5. Туалет, я отъехал тоже. Шерф Макс решает. Объедь справа, вот под, прям по этим следам, и там будет дорога вдоль Новиночного озера, этого Малого Новиночного. А в конце этого Малого Новиночного будет уже обозначенная дорога на, ну там еще вот Большое Новиночное, видишь его, да? Вот, и почти до берега, оно смотрите, Скворехово, оно тут рядышком уже совсем. Гер, доставай дозиметр, тут ступени ракеты. О-хо-хо-хо! Реально, Мишаня, видал? О-хо, ребята, вот такую притащили. Гептильчик течет, хорошо. Стаканчик наберем, давай. Ой, что тут с этой стороны-то? Давайте заглянем хоть внутрь-то. Кудяплы поют. Хорошо. Так, ребята, ну вот, я еще и наклейку на нее прифигарил. Короче, будет теперь наша ракета. Кто сделает фотку с этой наклейкой на этой ступени, тому приз будет. Ай! Эпическая сила. Мы прям самая ракетистая страна. Да. Среди ракетных стран. У нас этих ракет завались, он раскидывает во все стороны. Высоко здесь метра 2-3. Давай, прыгай. Добрый вы. Все, ребят, решили 3 километра тундра сейчас без дороги тут проедем. Море, чтобы выйти. Движемся. Эти чипыжи нам вообще не помеха. Часть была вышка, какие-то бараки стоят. Забуксовал? Я не знаю, зачем ты пешком-то пошел. Колея читается, и это самое. Либо по ручью вон там. Да не, ну здесь можно спуститься. Ты первую передачу воткнул и катись. На первую? Ну, конечно, только на первой. Здесь взрывали, что ли?
или оползень просто. Так, ребята, по вездеходке Мишка не хочет ехать. Кир, погоди. Кого знает. Крутоватый, конечно. Все, ребят, решили объехать все-таки. Это спуск. Спуск, подъем. Здесь зимой, видать, когда-то ходила, техника. Техника когда-то ходила гусеничная. Что-то длиннобазное здесь лазило. Мы не будем рисковать. Решили искать другую дорогу, потому что тут, конечно, такой подъем гадский. С нашей загрузкой машин приключение может перестать быть приключением и настать спасательной операцией. Так что не будем. Фон побольше. 0.11, норма 0.30. Хотя в Москве вот 0.12, 0.14. Вот, ну вот тут положи, прям по веткам спружинишь, ни назад, ни вперед не будет. А, нет, ты здесь не поднимешься, нет. Конечно, не поднимешься. Он воткнется и все, а вот встанешь здесь поперек и все, и не развернешься уже никуда. Опа, воткнулся. Все. Все, все. Только назад. Юрий, Миша, Дима, Лена, Светки. Мы все живы, Дима застрял в ручье. Это еще лучше. Димас, может я попробую на ту сторону перебраться? Чтобы вас двоих вытаскивать. Ты переехал почти половиной машины. Ты можешь вот сюда развернуться, свалиться одной стороной и выехать туда вот. Там тебе можно уже шевелиться. Понимаешь? Теперь выходить. Не пытайтесь это повторить. Здесь-то нет. Убивать машину только. О, без глина, блин, какая.
Не-не-не-не-не, оу! Гера! Немного левее в кусты туда, чуть-чуть. Оп! Дима, так не надо ехать, так не надо, ты что-то... Дима, стой, назад скатывайся, Дима. Тебе нужно градусов 15-10 правее пройти. Оп, оп! Дима, давай подцепим! Миша, спускайся сюда! В салоне там у тебя трепендец. Давай. Ты теперь туда жопаешь. Нормально. Нормально. Вот сюда поближе подъеду. Я понял, я буду лебедкой тебя тянуть вниз. Я понимаю. Распускать, отъезжать надо обратно. Смотрите, у меня какая сетка-то красивая. Что это за мох такой забил ее? Пух ивовый, что ли? Пух какой-то. Забил мне сетку напрочь. Мы не смогли победить тот ручей. Хотя, наверное, если бы постарались и прошли бы его, только зачем, потратив много времени и не рискуя, что наше путешествие превратится в спасательную операцию. Было принято решение так не делать, и мы поискали, посмотрели, нашли другое. Наша ситуация – это единственный путь через озеро на ту сторону. Алексей, ты нашел главный спуск?
Передача. И ничего не трогаем. Он сам спускается нормально. Опа. Хрен вообще. Ой. Хрен вообще серьезный. Все падает. Начинается отлив, и мы сейчас поедем, выберемся, попытаемся выбраться на море. Тут еще проблемы со спусками к морю, к выходу. И поедем. По морю сегодня будем дубасить сколько сможем. Попробуем дойти до реки, по которой будем мы сплавляться в море. Ну, нас пустили в ноль. А что у вас случилось такое? На кране, на открытом прокатили. О, блин, накачивайся, а то может быть это самое не проживали. Поймал! Забыл! Куропятку! Добыл! Ну вот, ребята, добыли ужин. Под колесами бегают прям куропятки. Да, ребят, ночная езда по тундре, конечно, это не очень-то приятное мероприятие. Со штатным светом. Ну, двигаться надо. Вроде, ребят, нашли дорогу. Вот она читается, колея. Ребят, я такого радиационного фона еще не видал. 0,03. Предельная норма 0,30. Минимум, что я видел, 0,06. Красота. До места нам ехать еще 6,7 километра. Вот читается дорога. Нормально все. Так что дойдем, думаю. Прошли мы уже 222 километра. Время трека. Перемещение 15 часов 46 минут. Представляете, если бы мы уперлись и просто не как туристы бы шли, а вот просто бы шли. Я думаю, мы до Шойны за сутки бы уперлись. А так пока едем. Если бы еще смотрели расписание приливов, отливов, нормально все это, то я думаю, еще бы, если не первый раз здесь, я готов к движению, то, наверное, бы хорошо прошли бы все. Средняя скорость движения 13,8 км в час. Колесо какое-то от телеги. О, ребят, колесо от телеги. Вышел и нырнул в болото, теперь сушу носки. Все, дозаправились, едем дальше. Конца и края этому нету. Дорога, по которой мы должны были ехать, обвалился берег. Море. Ищем объезд. Вроде нашли спуск. Пойду я туда первым. Шерп Макс позволяет такие фундибобели делать лучше, чем кто-то другой. Давайте закроем окно.
куропатка не трепехись там. Мне самому страшно. Жуть какая просто. А что, только дураки ничего не боятся. Сейчас накачаемся. Качаемся, ребята, и поедем. Сыкотно, ничего, нормально все пошло. Вроде бы. Главное, не тормози. Да, уходи сразу в сторону там прорыв. Я смотрю, не страшно совсем. О, Лена спит уже. Спокойной ночи, Лена. Ребята, течение-то какое, смотри. Просто по морю иду.
нормально, пляж появился. Смотрите, ребят, просто глиняный глинозем. Никому глины не надо. Самовывоз. Я замерз. Не, тесно у вас. У нас уютно. Да как там тебе? Нормально. Жутковато, да, так? Да, картина, конечно. Тут глина, блин, а тут волна набегает такая. Соленая волна. Слушай, я так понимаю, мы до Шойны проходим сейчас. Нет, до Киева. Сначала 30 километров до Киева, потом до Шойны, да. В Киеве ночуем? Нет. Или сразу едем? Сразу поедем. Сейчас видно будет. Едем, пока можем. Да, ребят. Рубит. Надо чай попить. Я чуть-чуть вперед вырвался. Ой-ой-ой, берега здесь поганые. Сегодня надо хотя бы... Юра, что случилось? Ничего, обгоняйте, обгоняйте, я вас догоню. Я чай пью, стою. Ребята, я баню утерял, блин. Пойду сейчас поднимать. Ой. Ну вот, ребят, вроде Мишаня подобрал баню. С крыши улетела. Видать, я плохо увязал ее. Она и ускакала. Ну, вроде нормально все. Ой, спать хочется уже. Форсируем речку Кия, ребят. Ночь. Я на тройку Кию не догоняю. Прекрасно. Ой, смотри, смотрите, у меня вижу там жмушка по мне. Поселок горит огнями ночными. А нас качают волны Белого моря. Переправа через Киев ночью 500 метров. Вообще только по навигатору идешь. Ночевать надо на берегу, на нормальном, это заливает. Да пока можем ехать еще. Поехали. Дим, езжайте, сейчас догоняем. Киев взяли, двигаемся дальше. Нам осталось 20 километров до Шойны. Ребят, мы таки решили дойти до Шойны. Для нее 20 километров. Времени 3:30 утра. В 4 начнется прилив. Прикинули, что успеем дойти. Так что пожелайте нам удачи. А у нас ночной марафон заканчивается рассветом. Встречаем
просвет, ребят, на Белом море. Решили встать на ночевку в 6 километрах от Шойны. Итого мы всего прошли 287. Смотрите. Время в движении 19 часов 28 минут. Время всего трека 87 часов. Средняя скорость движения 14,5 км в час. О, вот мы нашли. Стул. Фух, народ, встали мы на ночевку. Решили мы не шокировать нашим утренним ранним появлением нас в Шойне. Господа. Решили переночевать вот не поодали от нее. Рядышком. Михаил Юрьевич, мы, я вам скажу, неплохо идем. Ну, добрались мы сюда за чистых 19 часов. Ну, это хороший результат. Скромняшка. Короче, народ, ой, в шапке с меня падает, голова худеет. Времени 14, тут 14, 4 утра. Вот Шойна, вот мы. Нам до нее, да, вот километров 5 всего осталось, 5-6 километров. Мы решили не заезжать, чтобы нас с утра не будили, потому что хочется поспать. А поспать нам вряд ли дадут, если мы туда запремся. Поэтому сейчас будет разобран весь вот этот вот бардак. И тело примет приятное для него положение. Ну, Герасим Васильевич... Василич, это у тебя окунь там? Это куропятка. Смотри, она в пакете убежит, Гер. Все, ребят, мы добрались до Шойны практически, тут 6 километров. Встали на ночевку. Завтра уж мы к Брыке доедем. Вот и закончилась цивилизованная часть нашего похода на край земли русской. Далее будет Шойна, а за ней уже никого, кроме редких рыбаков, да оленеводческих бригад со стадами оленей. Да, где-то там на мысу, на самом краю, ждут нашего приезда отважные метеорологи Евгения и Иван, о которых мы вам еще расскажем позже. Как я уже сказал, все самое дикое и интересное только начинается. Следите за выходом новых серий команды «Герасим Шерп». А если хотите быть с нами, быть в кругу увлеченных и активных людей, добро пожаловать в команду «Герасим Шерп». Подробности на сайте gerasimsherp.ru. Если тебе понравилось это видео, поставь лайк и напиши об этом в комментарии. Также не забудь подписаться на канал и нажать колокольчик, чтобы не пропустить новые серии. Всего хорошего. До новых встреч.